Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Pixel 8 Pro, и сейчас я покажу вам, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого мы где-нибудь открываем клавиатуру и нажимаем на значок шестеренки на ней. Далее выбираем языки и нажимаем «Добавить клавиатуру». Выбираем язык, который хотим добавить, нажимаем «Готово». Теперь возвращаемся. И нажимая на вот этот вот значок, мы можем переключаться между языками клавиатуры. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.